Сегодня мы начинаем программу не с просьбы о помощи, не с рассказа о заболевании, о том, как вернуть человека к жизни. Мы хотим сегодня рассказать и рассказать подробно о том, как человека просто вернуть. Если он потерялся, пропал, ушел из дома, взрослый или ребенок, с нарушениями здоровья или абсолютно здоровый. Вот уже несколько лет в России действует поисковое волонтерское движение «Лиза Алерт». Есть оно и в нашей области. И самое главное, существуют ситуации, в которой каждый из нас может быть полезен в поиске пропавших людей. Нельсон. Леша пусть будет. Леша. Репа. Репа. Сэм. А ты кто? Турист. Олеся Кузнецова – инфограф тамбовского отряда «Лиза Алерт». Проводит перекличку по радиопозывным участников тамбовской поисковой группы. Это тренировочный сбор. По легенде, в лесу потерялась девочка Оля. Ребята, значит, у нас будут две лисы. В лисе один старший у нас будет Гриша, в лисе два Михайлов. Лиса один. Берешь... Где у нас Гриша? Так, возьмешь Лима 16, М17. Ясно. А вы идете, соответственно, в соседний квадрат, М16, номер 17. Лиса – это радиопозывной группы на задаче. Тренировочные сборы – частая практика для членов поисковых отрядов. В разгаре сезона пикников и тихой охоты на грибы и ягоды поступление заявок на поиск потерявшихся в лесу возрастает. Сегодня будет отработана методика поиска «Работа на отклик». Связь на стандартном канале. Заявка, проверка связи. Пешие поисковики идут параллельно друг другу на таком расстоянии, чтобы хорошо слышать друг друга. Они общаются с помощью рации и останавливаются каждые 50-100 метров. Кричат имя пропавшего. Замирают на 20 секунд и внимательно слушают. Так находится большая часть пропавших. Лиса-1 работает на отклик. Оля! Светлана Богачева, радиопозывной «Белка». Трижды мама, медработник. В отряде меньше года. Участвовала уже в 4 реальных поисках. 14 мая вот поступила на горячую линию. Поступила заявка, что пропал Кирилл 3-месячный из Мичуринска. И мы здесь выехали и начали поиск. Это был мой первый поиск. Был прозвон нашего инфорга. Те люди, которые свободные, прыгнули по экипажам и полетели туда сотрудничать с сотрудниками полиции. Прилетели туда, у нас был старший на месте, организовал нас, поговорил с сотрудниками полиции, мы как-то согласовали задачи наши и пошли прочесывать местность. Поля, посадки, те квадраты, которые нам были даны. Здесь вот мы как бы работали край дороги, трассы Каспийм-6. Из одной из больниц Подмосковья на нашу горячую линию по ориентировке нашей поступило сообщение, что ребенок найден жив. Испытала счастье огромное, что ребеночек жив. Просто я не представляла, если бы было по-другому, что бы было эмоционально со мной. Поисковики советуют, даже когда вы просто идете гулять с ребенком в лесополосу, положите ему в рюкзак заряженный телефон, шоколадный батончик, записку с номером телефона родителей и свисток. Мама! Молодец, мама сразу придет. Для того, чтобы стать добровольцем поискового отряда, специальные туристические медицинские знания и навыки не обязательны. Новички всегда идут в группе с опытным старшим. В отряде есть очень много специальностей, например, лектор профилактики, картограф, инфограф, связисты. Помочь в поиске пропавшего можно, не выходя из комнаты. Но если человек приезжает на поиск на местности, то обязательно иметь при себе качественную крепкую обувь с защитой голеностопа. Крепкие брюки, куртку, головной убор, перчатки и солнцезащитные очки. Если прилетает человек вообще на поиск неподготовленный, там, например, прилетели две девочки там, вот на таких каблуках и говорят, ой, мы услышали, только сейчас в интернете, быстро снялись там с фитнес-клуба, прилетели, да, мы вот хотим помогать, да, вот. Ну, таким людям тоже найдется применение. Это распространение информации в сети, расклейка ориентировок. То есть там пачку ориентировок дается. Как правило, у всех поисковиков с собой пару-тройку рулонов скотча. Вот. И оклейка от близлежащей территории, например, они тоже могут проводить.
Очень полезно, очень помогает при поисках, потому что часто бывает так, что, например, люди где-то видели, внимания не обратили. Если люди видели ориентировку, то, естественно, они уже больше внимания обращают, да, и больше вероятность того, что человека они обнаружат и подойдут к нему, окажут какую-либо помощь или хотя бы вызовут специалиста. Если вы хотите стать участником Тамбовского поискового отряда «Лиза Алерт», зайдите на официальную страницу ВКонтакте или позвоните на горячую линию. Как любому добровольческому объединению, поисковому отряду требуется помощь. У «Лиза Алерт» нет расчетных счетов, виртуальных кошельков, наличные денежные средства также не принимают. Помочь можно снаряжением и оборудованием – фонари, зарядные устройства, рации, навигаторы и тому подобные вещи. Сбор распространения информации, организация питания на время поисковых мероприятий. Также ждут владельцев квадрокоптеров, обученных собак и лошадей. Если у вас потерялся кто-то из близких, то необходимо обратиться по единому номеру службы спасения 112 и на бесплатную круглосуточную горячую линию объединения «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52. Заря, Белкин, проверка связи. Белка, принимаю на пятерочку. Принято. Азимут 359, направление вперед!